тот самый корабль, на который мы сейчас забирались, вот он снаружи, этот Си-кемпер. А вот по сравнению с Янкой, он вот такой. Он стоит на трейлере. Я уже сказал, что он всего лишь 2,6 тонны весит. Вот. То есть вот такой вот, такая конструкция. Самый атас, что она выходит на глиссер и ходит на глиссере. То есть за ней можно вплоть до того, что лыжника катать. То есть вы садитесь на дачу, прицепляете лыжника, и ваша дача гонит по водной глади, а вы сзади катаетесь на лыжах. Полный атас. Ездящий и гоняющий дом. Вот эта колонка сзади. Колоночка Браво. И Си-кемпер. Да. Яна меня уже торопит. Сейчас мы посмотрим на нее сзади, на ширину. Ян, подожди секунду. Ширина 2,5 метра, то есть въезжающая в габариты перевозки. Вот это вид сзади на этот пароход.